Теперь поинтереснее что-нибудь. Это я преподношу как сенсацию. Сегодня только звонила Марзаева Наталья. Как почувствовала, что я буду. Она переживала, что плохо скопировались фотографии. Внимание. Валерий Константинович. Дублирую с телефона фото Сергея из Братска. Плодоносит эти два абрикоса уже 15 лет. Представляете? Приобрел саженцами, название сортов не помнит. Тот, что поменьше, более ароматный. Мякоть хорошо отделяется. Вот я сразу говорю, это мой амур. Мякоть отделяется у амура или у его гибрида. А крупнее, более сладкий, мякоть отделяется хуже. Но это саженцы привитые. А более сладкие, это ж Серафим или Королевский. Разве вспомнишь, что было 15 лет назад? Растут рядом, хорошо дружно перепыляют. Вот она школа. Его письмо и фото я отправила вам. Наталья Брисис. Я бы еще сказал, мое не мое, внимание, эту фотографию делал не я. Вот она целиком с моей фамилией. Видели? Вот она. Прибывались. 15 лет плодоносит. Вот это рекордсмены. Ну ладно бы, что удивляться, что мы им плодоносят по всей России. Братские, вы понимаете? БРАТСЕ. Вот это я получил подарок. Ну как? Ну, это самое. А, вот они. Вот они эти носы. Вот они носки. Все ясно. Амур. Вот. Это она же, по-моему, тоже амур. А вот это уже повкуснее. Ну, все понятно, Серафим. Вот и все, ребята. Еще одна фотография. Не скопировал. Самое красивое. Там их много было.